Сегодня мы поговорим о продукте, который оказывает разом положительное действие на все органы человека, с комментарием врача-гастроэнтеролога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна. Все варианты помощи в описании. Ну тогда начнем. Существует один продукт, который оказывает положительное влияние на кожу, волосы, иммунную систему, суставы и кости, а также способствует заживлению слизистой кишечника. Этим продуктом является костный бульон, который богат коллагеном и минералами. Варка трубчатых костей и хрящей приводит к растворению коллагена с образованием глютина и желатина. Глютин и желатин усваиваются в ЖКТ в виде аминокислоты и коротких пептидов. Однако врачи предупредили, что блюдо не подходит для людей с обострением панкреатита, подагрой, язвой желудка и ДПК, повышенной секрецией желудка, а также для тех, кто страдает заболеваниями почек и мочевых путей. Детям в возрасте до 2 лет также не рекомендуется употребление костного бульона. Если нет противопоказаний, то можно приготовить блюдо на основе костного бульона. Один из полезных вариантов – суп с фрикадельками, готовить которые рекомендуется из фарша из бедра индейки, а также добавить овощи, зелень и одно куриное яйцо. В результате у вас на столе самый бюджетный, низкокалорийный и полезный способ поддержать кожу, волосы, суставы, связки и кишечник, говорят эксперты. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!